Это ответный матч, и сегодня одна из команд покинет соревнования, а другая же двинется дальше. Будем смотреть и не будем торопиться с прогнозами. Нас ждет очень интересный матч. Еще совсем чуть-чуть, и свисток арбитра погонит команды вперед. Или они будут осторожны, как ты думаешь? Давай не будем загадывать, совсем скоро мы будем все знать наверняка. Если мы не пропустим, мы не проиграем. Примерно так можно резюмировать тактику команды. Они играют от обороны, иногда закрываясь совсем. Обычно сопернику предоставляется достаточно пространства для атаки. Если все-таки эти атаки удастся отбить, все замечательно. Но если команда пропустит, потребуется уже другой план на игру. Состав гостевой команды. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Первый удар по мячу, и игра началась. Это может быть опасная атака. Неплохой заброс вперед. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Тут может что-то получиться. Защита надежно играет, мяч отобран. Тут защита справляется с потерей мяча. Посмотрим за этой атакой. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. И выносится мяч из штрафной. Скидка на партнера. Следим дальше за этой атакой. Когда бьются с такой дистанции, сложно назвать это голевым моментом. Ничего себе! И что же это такое было? Я на этот вопрос, Георгий, ответить не берусь. Это может быть опасно. В этой атаке оборону пройти не удалось. Похоже, они решили поиграть вдвоем. С этой атаки может получиться что-то стоящее.
пока неплохо. Тащит вперед мяч. Защитник перехватывает этот навес. Подача. Чей мяч будет? Выбит мяч из штрафной. Тут его накрывают. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Это может быть опасно. Момент упущен. Навес не получился у игрока. Может получиться интересная атака. Нет, не дошел этот пас до адреса. Отлично сыграно, надо решать. И подает в штрафную. Открыт счет в этом матче, и сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. Ну что сказать, голище. Просто идеальная передача была. Тут хочешь, не хочешь, а забьешь. Да, выложил мяч буквально на блюдечке. Еще раз смотрим гол. Отлично разыграли. Очень хорошо пробил игрок. Стандарт действительно удалось реализовать классно. 1-0 в нашей игре. Это может быть опасная атака. Отобран мяч, надо возвращаться. Нарушение правил, за такое судья может и карточку показать. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Тут может что-то получиться. Двигается с мячом вперед. Ударище просто. Выше ворот летит мяч. Если бы не вратарь, был бы гол. В центр штрафной мяч направ. Вот это удар. И выносится мяч из штрафной. Ложатся они под мяч, лишь бы не было гола. Заканчивается первый тайм 1-0. Хороший первый тайм он провел. Так, ну я думаю... Команда готова, тренерские установки получены, можно начинать. Неплохой заброс вперед. Обратный пас. Очень быстро сыгран. Пока неплохо. Он бьет. Защита надежно играет. Мяч отобран. Тащит вперед мяч. Ну где же навес? Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Выбит мяч из штрафной. И ближе к воротам игра переходит. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает.
Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Такими действиями игру не обострить. Отлично сыграно, надо решать. Хорошая могла выйти атака, но защита тоже не дремлет. И вот потери в центре поля. Это может быть опасно. И разрезающий пас на ход. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Звучит свисток арбитра. Матч прерван из-за травмы. Покидает поле травмированный игрок. Игра возобновится спорным мячом, похоже. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Как же здорово он играет в пас. Это может быть опасно. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Есть поддержка партнеров. Великолепно сыграл защитник. Замена. Интересно, перестроится ли как-то команда после нее. Двадцать минут до конца основного времени матча. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Тут может что-то получиться. Не смог тут игрок мяч поднять, и навес не получился. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Хороший удар, но вратарь спасает головой. Все здоровы, так что эта замена продиктована исключительно ходом игры. Подали мяч с углового овца. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Как по нотам была разыграна атака, и неудивительно, что она привела к взятию ворот. Прекрасная подача в нужную точку и не менее прекрасный удар головой, и вынимай мяч из сетки. Два-ноль. Отыграться теперь будет труднее. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. На пару решили разыграть эту комбинацию. Передача-то будет? Отлично играют в пас. Прямо любо-дорого смотреть. Да, сыгранность и взаимодействие у этих ребят на высоте. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Тут защита справляется с потерей мяча.
Это может быть опасная атака. Решил пробить. Вратарь намертво забирает мяч. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Подача, чей мяч будет? Да, вот так удар. Да, не получилось у него прицельно пробить головой, и мяч отправился совсем не туда, куда должен был. Две минуты добавлено к основному времени тайма. Может получиться интересная атака. Опасно! Мяч ушел на угловой. Мяч летит в центр штрафной. Пытается защита выбить мяч. И звучит финальный свисток. И это победа, которая выводит команду в следующий раунд. Настоящий кубковый футбол. И при этом немного жалко проигравших, правда? Проигравших всегда немного жалко. Я вот еще что хочу сказать. Есть же такие команды, которые именно в кубковых турнирах проявляют всю свою волю, настрой на победу. Вот именно такую победу мы сегодня и увидели.